Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы так одеваться красиво? Вы кем работаете? Закладки делаю. Вы что, обалдели совсем? Сейчас покажу. Да не надо, не доставайте. Ну вот же. Тут это поэт. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция, точнее, какая реакция? Челлендж, засмеялся, проиграл. И это опять же канал Смехотень. Опять же будет смешно, будем смеяться, проигрывать, потому что смеяться это хорошо. Вы же сами это уже знаете. Давайте смотреть. А помните, были такие выпускные? Это когда в попе еще играет детство, а в башке уже шумит синька. А знаете, что будет в этих выпускных? Все будут дома сидеть в Майнкрафт играть, потому что вот так вот. Вот так разбудил кота. What the fuck? Отвага, вот отвага, да, это уж точно. Наша любимая музыка. Милицианы, это что за страна? Жестко. Девчули, а рыбачок-то мой? Романтик оказался. Приехал с рыбалки, привез рыбу, а там, смотрите, обручалочка лежит. Смотрите-ка, че. Че там такое? Зая, согласна. На че? Как на че? Колечко. Я так понимаю, ты же мне предложение сделал, еще ему размерчик. Как оригинально. Попал, чувак, беги. Ты все придумал. Call of Duty — это такая игра, где два идущих мужика отбедают у тебя FPS, блять. О, привет! Что за там подбежал, блять, сзади? Я не видел, у меня никого нету. К нам хоть сзади подбежал. А, это Ghost, это из Call of Duty. И убежал. Убежал. Это ж сколько надо зарабатывать, чтобы так одеваться красиво? Вы кем работаете? Закладки делаю. Вы что, обалдели совсем? Сейчас покажу. Да не надо, не доставайте. Ну вот же. Тут это поэт. Ну, закладки для книг, правильно, вы о чем подумали, фу. Ну, а где был? Я в багажнике. Удобно, наверное, в багажнике. What the fuck? I'm home alone, what the fuck is this? Hello? Что происходит? What the fuck? Что это было? Что это было? Типа куриная лапка, что ли? Что это было? Серьезно? Зачем они веб микроволновку туда положили? Окей, это смешно, все, это очень смешно. Это вот будет какое-то тупое видео, где вейпом что-то случится. Это смешно было. Господи, какой пёсель. Опасный. Милаха. Кот так смешно идет. Беги, пес! Мама, я же сказала, я сама помою свою посуду. Зачем? Да не надо уж, спасибо. Сама все перемыла, дочь. Захожу. Зачем? В комнату. Я тебе сказала, что как я обычно, сама. Пора посуды. Почему я постоянно должна за тобой мыть посуду? Сколько можно? Ты постоянно ее складируешь. И не ты издеваешься? Ну, я... Все, свободно, Аня, свободно. Да, это такая надо жизнь. Я помою посуду через минут 10-15. Приходишь, посуда помыта, на тебя еще возмущается. Думаешь, я что? Шутка для тебя. Воу, как переход сделан круто. Блин, ну переход сделан реально круто. Ой, как приятно, Глань. Вот мы и нашли, друзья. Оказывается, секрет был прост. Креветочки.
Ну да, у нас, кстати, тоже не дает живот гладить. Ну вот почему? Он такой, такой миленький, он такой пушистый. И хочется вот так сделать. Ему и все. Ну нельзя. Иначе потом останешься без рук. Когда получается ребенок, ты знаешь, что ты следующий. Правильно. Хороший лайфхак. А Буся первый раз выходит на прогулочку. Моя маленькая Буся. Вот. Господи, она меньше, чем листик какой-то там. Собака шарит. Hello, Ian. Chocolate for my teacher. You give that to teacher? Let me see. Шоколадка для моего учителя. No, it's not a chocolate. Это не шоколад. It's not a chocolate. See? Look at this. These are chocolate and these are strawberries. Ну, блин, зачем такие делать это обманки для детей? Ну, реально, слушайте, был бы я ребенком, я бы мог повестись и подумать, что это реально шоколадка. Ну, простите, еще и покупка такая красивая, необычная, блин, такого шоколада я раньше не видел. Обман, обман, блин, везде. Вы знаете, приходит вам шоколадка. Это было бы жестко. А он просто хотел шоколадку подключить. Хороший-то мальчик на самом деле. Просто его обманули. Это чисто на СМР только что смотрели. Это мужская цепь Арго. Великолепное украшение и красивый подарок любому мужчине на любой случай жизни. Она символизирует силу и мужественность и прекрасно подходит для любой ситуации. От деловых переговоров до отдыха на пляже. Жестко. Там было написано, если моя собака хотя бы прольет одну капельку на пол, я это видео закончится. Ну так как видите. Залазь, блядь! Он поддохнет опять, блядь. Сынеч, ты подумал. Сканирование какое-то. Во, Ардола 2. Ну, похоже, похоже. Ты что делаешь? Ты что делаешь, человек? Да-да, туры-туры-туры-туры. Это песня, надеюсь, Ассасин Паун песня. Ну, давай, туры-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 
это любовь. Hello. Это забавно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Вы сами знаете, что надо делать. Переходите и подписывайтесь на канал Смехотень, потому что там забавные приколбасики. Ну, все как мы любим, все как мы любим. Как я люблю. Приколбасы всегда это хорошо. Блин, чё, как дела у вас, ребята? Рассказывайте, пишите в комментариях, что сейчас делаете. Скучаете, не скучаете. Потому что я знаю, что начались контрольные у школьников, потому что у меня сестра тоже удаленное обучение, у нее началась контрольная неделя, говорят, что жесть. Говорят, очень сильно много всего надо делать. Прям очень сложно, в школе было намного проще. Пишите, что вы думаете по этому поводу, реально ли так или врут, и вам все, и вам все-таки дома проще. Или все-таки вы хотите, чтобы наконец-то учеба закончилась, началось лето, в котором все равно вы будете сидеть дома, и, ну, хотя бы не будете учиться, что тоже хорошо, что уже отлично. Пишите об этом всем, пишите ваши комментарии, я буду читать, буду следить, мне очень интересно, как вы там, как вы там. Я за вас держу кулачки, ребят, честно. Все, ребята, не забывайте ставить лайк, подписываться, если тут впервые, если вам нравится смотреть со мной ролики, писать комментарии, чтобы еще и ролик попасть, да, и нажимать на колокольчик. Вы этими действиями очень сильно поможете каналу, прям невероятно сильно, потому что без них канал не продвигается. Но если вы сделаете таких, ну, хотя бы лайк поставите, ну, не хотя бы комментарий напишите, даже если что-то одно сделать из этого, вы очень сильно поможете каналу, я вам буду очень благодарен. Вот, все.
такие красивые сегодня, кстати, да. Не смущайте меня. Таким вообще. До скорых встреч.